Всем привет, вы на канале Скелетон, меня зовут Артем, и я вам сегодня расскажу про самый уникальный кастом, который мы собирали у себя в мастерской. Собственно, уникальность этого байка заключается в том, что здесь рама под 18 колеса, но колеса установлены 20. Началось все с того, что к нам обратился клиент с просьбой собрать для его 6-летнего ребенка кастом, а главное условие, чтобы он был на 20-х колесах. Клиент изначально собрал себе классный вилсет, а чуть позже ребенок начал проявлять большой интерес к BMX, и отец решил отдать свои колеса ему. Кстати, всю цветовую гамму и запчасти выбирал сын клиента. И немного о нюансах, с которыми мы столкнулись. Самая большая проблема заключалась в вилке. Изначально мы думали поставить вилку под 20-е колеса, но она сильно ломала геометрию байка, а вилку под 18-е колеса не вставала 20-е колесо. Тогда к решению проблемы мы подошли радикально. Клиент забрал вилку домой и самостоятельно расточил шток. Теперь колесо нормально встает в вилку и покрышка нигде не трет. Но при этом вилка осталась без пожизненной гарантии. Если вы захотите сделать что-то подобное, то помните об этом. Клиента мы предупредили, он был в курсе и делал все на свой страх и риск. А вторая проблема была в тормозе. Колесо без проблем вставало в раму и нигде не терло, в отличие от вилки, но при установке тормоза колесо упиралось в крабы. Поэтому тормоза тоже пришлось растачивать, чтобы колесо входило глубже и не мешало работе тормоза. Собственно, с нюансами мы разобрались. Давайте дальше по деталям, которые установлены на этом байке. Первое, что, наверное, начнем. Да, я лучше вот сверху пойду и вниз. Грипсы поставили Eclat Pulsar by Audi в таком голубом цвете. Родные заглушки мы заменили на алюминиевый Shadow Deadbolt. Руль мы изначально хотели поставить Vultus Featherweight, но с подъемом 8.5 и в цвете хром на тот момент у нас закончились, поэтому поставили более брутальную версию SG и отпилили у него по 3 см с каждой стороны. Вынос топ-лоуд, S&M Enduro версия 2, черный, короткий, всего 40 мм длиной и с подъемом, если не путаю, 34 мм. Рулевая Shadow Stacked с таким клевым вороном на пыльнике. Вилка с Аброза Симов под 18 колеса, это промодель Симона Барака, она батированная, термообработанная, с инвеска с дропаутами и выбегом 27 мм. Седло на байке Shadow Penumbra, это промодель Eerie Blubble. Подседельный штырь Animal длиной 200 мм. Цепь поставили Cult 510 HD в черном цвете. Звезда с Аброза Hero с пятиконечным дизайном на 25 зубьев. Шатуны Cult Juvie трехэлементные под 48 шлицов. Вал 19 мм, длина палок 140 мм. Педали поставили Odyssey Twisted в цвете Ocean Blue. Тормозная ручка Odyssey Manolever с верхним тросиком Odyssey G3. Фрезерованный из цельного куска алюминия Gira Rotor Total House. Нижние тросики Proper и установлен London Mod Odyssey. Крабы тоже Odyssey, модель EVO 2, расточенные в хром цвете. Колодки Odyssey родные. Сердце всей сборки, рама Federal. Про модель Бойда Хилдера в таком сочном коричневом цвете. У нее стильная инвеска с подковой, подседельный зажим и инвеска с дропаут со встроенными натяжителями цепи. Колеса обода Odyssey 7K в хром цвете с кастомной центральной частью. Клиент красил их ушной палочкой так, чтобы они сочетались со звездой с Аброза Hero. Хабсет Shadow Definitive. Втулки без хабгардов, но их поставят чуть позже. Да и будем реалистами, вряд ли ребенок 6 лет сразу поедет гриндить. У кассеты 120 точка зацепа и звучит она вот так. Прям представляю, по улице едешь и вот этот звук. Спицы Сапим Лидер, покрышки Келаруэ Культ X-Vans шириной 2.10 и выдерживают максимальное давление 110 PSI. Пеги Animal Benny 4 штуки, они с алюминиевым сердечником, ну и пластиковый рукав. Короче, топовый байк для того, чтобы войти в мир BMX. Ребенок клиента в диком восторге, а мы довольно проделанной работой. Пишите в комментариях, как вам кастом, что в нем вам понравилось, что не понравилось. Катайтесь, не ломайтесь и всем пока.